Этот момент запомнится российским болельщикам надолго. Виктор Ан, который до декабря 2011-го представлял сборную Кореи, на дистанции 500 метров приносит России 8-е олимпийское золото. Всего же на счету Ана на зимних играх в Сочи 4 награды – бронза и 3 золота. Чемпиону, чемпиону! Спустя несколько месяцев после Олимпийских игр Виктора с почестями снова встречают на курорте. Генеральный директор Федерального центра подготовки Михаил Дрёмов поблагодарил спортсмена за вклад в российский спорт и вручил книгу о Сочи. Если ты не любишь родину, то ты, наверное, не сможешь отдаваться так, вот, как Виктор полюбил Россию. Реально, он жился, он стал оплотом этой команды, стержнем команды. И это результат вот всей команды, и то, что они сделали, просто чудо сотворили, то, которое не ждали. Виктор Ана сегодня можно смело назвать российским спортсменом. Он не только занял достойное место в национальной команде, но и постарался стать своим среди чужих. За время тренировок в России кореец сумел выучить великий и могучий. Мне вообще хорошо, но здесь очень хорошее место для меня и для всего трек. Но здесь пожалуй, уже хорошо, но мне очень приятно. Виктор, скажите, пожалуйста, вам не жалко было расставаться с костюмом? Жарко. Комбинезон Виктора Ана теперь займет достойное место в экспозиции музея «Югспорт», где уже представлены экспонаты, подаренные великими российскими спортсменами. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.